theory behind it is to try to pick up and feel energy with your hands. Но теория, которая, значит, прежде всего здесь говорит о том, что мы выстраиваем энергию через наши руки. And that's all we're trying to do is develop a sensitivity in the hands. И для этого мы должны как бы развить чувствительность наших рук. See, many years you've been trained. Многие годы нас тренировали. In trying to figure out everything externally. А так, чтобы мы начинали понимать все, что происходит вовне. And you use your five senses. И поэтому мы очень много и, так сказать, сильно используем наши пять чувств. Now we're going to start to develop new techniques using something beyond the five senses. А теперь мы начинаем тренировать, использовать техники, которые учат нас чувствовать и знать что-то, то, что находится как бы за пятью чувствами. Just like any sport, hockey or basketball. Но это, например, так же, как спорт, это хоккей или баскетбол. You got to train. Нужно тренировать себя. How to hit the slap shot. Как, например, бить по шайбе. The backhand. Как принимать удар. Take a jump shot. Как принимать удар сверху. Same. То же самое. What we're trying to do is use something beyond your five senses. Мы сейчас пытаемся сделать и научиться то, что находится за нашими чувствами. It's like a blind man trying to distinguish the color red from blue. Это как, например, слепой человек пытается понять разницу между цветом красным и цветом голубым. Can't use his eyes. Но он при этом не использует глаз, он не может, он слепой. But if you slow the mind down and Но он начинает, он как бы опускает свой ум, опустошает его и начинает рукой чувствовать здесь вот красный цвет или голубой. It feels warm. Если он чувствует тепло, and blue feels это красный, а в голубой он ощущает cool. Прохладным. Everybody got the idea we're trying to do here? Это понятно, да, о чем я говорю? We're trying to develop a new sensory system with our hands. Мы пытаемся как бы развить у себя новую чувствительную систему при помощи рук. And the exercise that we're doing is called cosmic qigong. И упражнение, которое мы в этом плане исполняем, называется космический цигун. Everybody got the idea? Поняли? Okay, let's try it. Давайте попробуем. First, we want to try to feel something in our hands. Просто сейчас мы попробуем почувствовать что-нибудь в наших руках. And to get some type of feeling, we're just going to do a simple little task. И мы сейчас, чтобы почувствовать это, сделаем такой простой тест. Just going to slap our hands together. Хлопнем руками. Do move your hands real slow. И очень медленно начинаем раздвигать руки. Cup your palms. Cup. Делаем из наших рук чашечку. And just move your hands back and forth slightly. И стараемся сдвигать и раздвигать очень медленно руки. And you're going to feel like a water balloon. И вы можете почувствовать как бы водный шарик между руками. You feel a little something? Вы чувствуете что-то между руками? Draw it out a little bit more. Раздвиньте руки чуть больше. Feel a little like a water balloon. Вы почувствуете как водяной такой шарик вот. Everybody feel something? A little чувствуете, something? Чувствуете что-нибудь между Slow руками? Slow mind down. Опустите ум вниз. Feel something? Чувствуете? Just shake your head if you feel something. Поднимите руки, если вы чувствуете. Feel a little something? Good. Feel a little something? There's something there. Что-то we don't know what it is, but something there. Что-то тут между руками есть. Мы не знаем, что именно, но то что-то мы здесь чувствуем. Что-то есть. Draw it out a little bit more. Побольше раздвиньте руки. Okay, you can move your hands. Вы можете двигать вашими руками чуть-чуть. Feels like a little bit like a water balloon. Чувствуете, что это похож на такой водный шар, водный пузырь? Okay, shake your hands up. Потрясите руками. What you just felt was your aura. Вот сейчас вы просто почувствовали свою ауру. That's an energy field around your body. Это энергетическое поле, которое окружает наше тело. In Western science, proved that it exists. На западные ученые доказали, что это аура, которая энергетическое поле, которое называется аурой, существует. With their technology. Это доказали инструментарии, технологии современные. Comes out about 6 inches from your body. Она находится примерно на 6 инчи или сколько сантиметров? 4 сантиметра от нашего тела. Sensitivity in the hands.
И это помогает, вот эта аура помогает развить нашу чувствительность рук. You can feel it all over your body. И если мы развиваем нашу чувствительность, то тогда вот при помощи рук мы можем почувствовать все наше тело. Everybody got the idea? Поняли идею? Now there are exercises. Есть упражнения. And how to do this. И я вам объясню, как делать эти упражнения. And that's the cosmic qigong or the Buddha palm. Это называется космический цигун или ладонь Будды. And that's what we're going to learn in this section every afternoon. И это мы будем, этим мы будем заниматься вот эти дни, 4 дня, но мы будем заниматься каждый день вот после обеда. And when you practice a little bit each day. И если вы будете практиковать понемножечку каждый день. That feeling and sensation is going to get stronger. Тогда вы будете ощущать, что ваши, будете чувствовать, что ощущения в руках будут становиться с каждым разом все больше и больше. And you're going to start to feel the universal heaven force. И тогда вы начнете ощущать универсальную небесную силу. The earth force. Вы будете чувствовать силу Земли. The cosmic force. Вы будете чувствовать космическую силу вокруг. And then your own energy field. И тогда вы будете ощущать свое собственное поле, свою собственную энергию. See how it works? Понятно? And then you can feel someone else's energy field. И тогда вы начнете ощущать поле другого человека. But you got to retrain the hand. Но для этого вам нужно оттренировать руку. And use this observatory tower. И использовать вот этот вот как бы это место или дворец, где сидит наблюдатель. To observe для the того, sensations. Чтобы наблюдать за этими ощущениями. We got the idea? Поняли это? Now there are actually 4 different formulas. На самом деле является существует как бы 4 различных формулы. In the practices. В этих практиках. And the first day what we're going to learn is the opening of the practice and the ending of the practice. И сегодня первый день мы будем учить практика, которая называется открытие и практика закрытия. Then in between we're going to add each one of those formulas. А между этими мы будем вставлять по одной формуле. Okay? So the first part первая часть is the what we call the bone marrow washing. Первая часть называется промывание костного мозга. And this is how you open the practice. Это то, как мы открываем эту практику. Немножечко сделать руку таким образом, чтобы она немножечко кругленькая была, круглой ладошкой. Like we're grabbing a ball. Как будто вот вы собираетесь взять мячик. And if you look, you want to draw this index finger back. Если вы посмотрите, то вы увидите, что вы как бы вот этот указательный палец, он идет. This activates the вверх. Large intestine meridian. И вот этот указательный палец активизирует канал толстого кишечника. And if you know the five element theory. И если вы знаете теорию пяти элементов. In the Tao. В Тао. The large intestine is connected to the lungs. Толстый кишечник в Дао соединен с легкими. And we're going to learn to breathe with this palm. И поэтому нужно научиться дышать. You see the ладошкой. Skin. Вы видите the skin кожу. Is the third lung. Наша кожа является третьим легким. Два легких, третье легкое. Понятно, да? And the skin breathes. И есть так называемая такая форма дышать кожей. And this meridian activates this whole aspect. А вот эти меридианы, которые находятся на ладошке, они как бы активизируют все. So if you see them doing tai chi, если вы увидите, например, как делается тай чи, смотрите вот на руки, как они идут. Everybody see that in the tai chi form? Видели, как делаются формы тай чи, да? Because then you draw the energy with the palms мы into the body, впитываем, втягиваем энергию через руки is activated. И активизируем ее и. You see that? See this correlation? Видите эту связь, да, связь энергии и рук. So we want to do is just try to focus on this palm. Все, что мы сейчас будем делать, это мы будем фокусироваться на ладони. And we're going to try to just spiral the palm. И мы попытаемся делать спирали, то есть вести такие вращательные движения рукой. You're going to feel a little bit of that water balloon. Ладошкой, чувствуя, что здесь у нас как водяной такой шарик, мячик водяной. And we're going to pick up the cosmic energy or the atmospheric energy. И мы таким образом будем собирать космическую или атмосферную энергию вокруг нас. And with the left hand. А левой рукой.
We're going to try to pick up the blue energy from the earth. Мы попытаемся собирать голубую энергию с земли. Now this is very subtle energy. Subtle. The earth, you mean? No. This energy. Достаточно очень нежная энергия. So the slower you move the hand. Поэтому чем медленнее вы будете двигать рукой, the more you're going to connect with the energy. А тем больше вы сможете соединиться с этой энергией. This is kind of a golden energy in the left hand. В левой нашей руке такого золотистого цвета энергия. In the blue energy in the left, in the right hand, the left hand is the blue energy. Нет, вот золотистая энергия у нас в правой руке, а он сказал, а в левой руке энергия земли голубая энергия, да. And then we're going to turn the left palm over. А сейчас мы как бы поворачиваем левую ладонь вверх. And connect with a violet, red violet. И таким образом контактировать или вступать в взаимодействие с фиолетовой энергией, which is from the universe, которая идет на нас из космоса, из Вселенной. Okay, shake up. How we doing? Как дела? You feel a little bit? Чувствуете что-нибудь? See, what you first must learn is what you're supposed to feel. Первое, что мы должны научиться, это вот что, а что нам надо чувствовать? Then if you feel it just a little bit, then you're going good. Если вы чувствуете хотя бы что-нибудь, это уже хорошо. What the mind can conceive and believe, it can achieve. То, что ум может воспринять, и то, что ум может поверить, этого можно достичь. So we first must give the mind the concept, what to look for, what to observe. Поэтому для ума нужно дать какое-то такое представление, как это выглядит, что это такое. And all of a sudden, it'll pick it up. И вдруг он начинает это быстро схватывать, понимать, что. If it knows what it's looking for. Но это только тогда, когда ум понимает, а как это выглядит, на что это похоже. Okay, everybody got that? All right, let's try. Shake out. Встряхните. It helps when you close your eyes. It helps you to focus on the palm. Если вы закроете глаза, то тогда вам поможет это сосредоточиться на ладошках. Raise your right hand. Поднимите вашу правую руку. Open your palm. Откройте nice ладошку. And slow. И очень медленно движение энергии. Мы начинаем чувствовать движение энергии. Breathe into the mid eye and the palm. Вдыхаем в третий глаз и в ладошку. It's a golden cosmic energy. Мы вдыхаем золотую космическую энергию. Now you're going to take your left hand. А сейчас мы берем левую руку. Open it up. Открываем ладонь. Facing the earth. Ладонь обращена к земле. Raise the index finger. Отодвигаем немножко, раздвигаем указательный палец. Now you're going to breathe into the left palm and the perineum and the feet. И начинаем сейчас вдыхать в левую руку, в точку промежности и в ноги. That's a blue cool energy. И мы вдыхаем голубую прохладную энергию. Just smile in the energy and just draw it up into the palm, into the perineum, and into the soles of the feet. Улыбайтесь энергией, втягивайте ее в ладонь, в ноги и в точку промежности. Just focus your mind in these areas where the mind goes, the chi goes. Просто следите умом за тем, в какое место вы втягиваете энергию, потому что туда, куда идет ум, туда идет энергия. Мы можем вести энергию умом. Now turn the left palm over. Поверните левую руку вверх. Now draw in. The left palm, breathing in. Начинайте вдыхать левую ладонью. A bright violet-red energy from above. Вдыхайте энергию сверху, от света красно-сиреневого. When you breathe in, breathe into the left palm and the crown point. Когда вы вдыхаете сейчас, вдыхайте в левую ладошку и в точку макушки. Smile into the energy and draw it into the crown. Улыбайтесь и чувствуйте, что вы держите над собой. You're gonna feel a real buoyant energy above you. Чувствуете как-то пузырь энергии над собой и в руках. Now turn the palms over. Теперь опустите руки к земле вниз. Now we're gonna draw and pick up that blue energy. А теперь мы начинаем вытягивать голубую энергию. Same thing we did in the morning. То, что мы делали утром сегодня. You're going to draw up a blue, cool, gentle earth energy. Мы начинаем тянуть рукой нежную, голубую, прохладную энергию земли. And when you breathe in, feel a connection to the soles of your feet, your perineum, and the palm. Когда вы вдыхаете, чувствуете связь с этой энергией через ваши ступни, через точку промежности и ладони.
Good. Shake out. Хорошо, встряхните руками. How we doing? Как дела? Simple, isn't it? Правда просто. So that's the first two parts of the beginning. Это первые две части начала. There's one other part in the beginning that we're going to do, which is called the tiger mouth. А сейчас мы сделаем еще часть, которая называется рот тигра. And the tiger mouth is when you spread your index finger and the thumb. Рот тигра – это когда мы растягиваем вот таким образом наш указательный большой палец. Вот это называется рот тигра. Tiger's got a big mouth. У тигра очень большой рот. And if you get in the way of it, you'll disappear. Если мы попадем в этот рот, можем исчезнуть в нем. So, once we connect with the earth energy, we're going to form the tiger mouth. Когда мы работаем, соединяемся здесь с энергией Земли, мы делаем вот этот вот рот тигра, и тогда мы соединяемся точкой, которая находится между указательным и большим пальцем. And we're going to activate the long meridian or the large intestine meridian. И тогда таким образом мы активизируем канал толстого кишечника. Connecting with the hip point. Это соединение с двух сторон, с правой и с левой стороны бедер. And you're going to feel like a string going right through your hip bones. И таким образом вы можете почувствовать, как поток идет с правой и с левого бедра вниз. Connecting with this opening at the tiger mouth. И это соединяется с тем, что мы открываем эти два пальца, то есть мы делаем этот рот тигра. Then we're going to connect with the middle finger. Затем мы чувствуем, соединяемся в этом месте со средним пальцем. Opening up the pericardium. Stand up. Then we're going to connect with the pericardium. И тогда мы соединяемся с указательным пальцем с перикардом. Здесь канал перикарда. Это будет средний палец. Канал перикарда. And then the small finger. А затем маленьким пальцем. Pushing him out. Small finger out. Fingers out. Вытаскиваем вот таким вот образом. Connecting with his hip point. Мы соединяемся маленькими пальцами с нашими с бедрами. That's a small intestine. Это канал тонкого кишечника. Then we're going to turn him over, and then we're going to be able to start the first forming. И затем мы делаем вот таким вот образом руки. Okay, everybody see those three sections? Okay, let me review them, and then we'll do it together. Давайте повторим это. It's really quite simple, and once you start to connect with it, you'll start to see that. Когда вы это не так сложно, когда вы начнете тренировать, это вы просто увидите. So we're going to connect. Just watch me first. Соединяемся, повторяем сначала. And then the earth. Земля. Heaven. Небо. And two palms together. Вместе две руки. Heaven. Небо. Earth. Земля. Tiger mouth. Рот тигра, а ты раздвигаем. Fingers up, index finger, that's it. And come down. Рот тигра. Connect. Идем вот таким образом, соединяемся у бедрах. У бедрах. Now the palm, this is facing toward the hip. Вот эта вот точка должна смотреть на бедра. Couple of the instructors come around and check. And then the middle finger. Сереж, пройди, посмотри, правильно там люди делают. And then the baby finger. Затем средний палец и маленький палец, мизинчик. And then we draw it out, turn the palms over. Вперед руки и опускаем их к земле. Okay? Let's just try standing. Сделаем, постараемся сделать это стоя. Стоя. Okay? Open up the index finger on your right hand. Приоткройте немножечко указательный палец на правой руке. Now we're going to breathe in. Вдыхайте. The mid eye and the palm. В третий глаз вдыхайте и в ладошку. Golden energy. Представляйте золотую энергию. Now we're going to connect with the left palm. Теперь мы соединяемся левой рукой. Open up the palm. Открываем ладонь. Указательный палец слегка открывается. Feel the connection to the blue чувствуете, cool earth energy. Чувствуете соединение с голубой энергией Земли. Connecting with the soles of the feet and the perineum as you breathe. Чувствуете, соединяетесь подошвами и точкой промежности во время вдоха. Now we're going to turn the left palm over, connecting Теперь with the universal forces. Открываем левую руку и соединяемся с небом. And the crown point above. И с макушкой в это время соединяется. Now we're going to lower the right palm. Опускаем правую руку. Breathing in. Вдыхаем.
the violet-red energy from the crown and the palms. Вдыхаем фиолетовую энергию через макушку, через руки с неба. Turn the palms over. Опускаем руки вниз. Connecting with the earth energy. Соединяемся с энергией земли. With the feet and the perineum. Через ноги и точку промежности. A blue gentle energy. Голубая нежная энергия, ощущаем ее. Now we're going to open up the tiger mouth. Теперь открываем руки, делаем рот тигра. The thumb is actually pointing down. Thumb is pointing down. Точка немножко опускается вниз, сама точка. Большой палец смотрит вниз. Stretch it. The more you stretch it, the more you're going to connect with the energy. Значит, чем более вы растянете большой указательный большой палец, тем больше вы почувствуете энергии здесь. Now feel a line between the hip. There's a hip point here. Теперь соедините, почувствуйте связь с бедрами, с точкой на бедрах. Feels like you're pulling a string through your hips. Почувствуйте, как поток проходит по бедрам. Very light movement. Легкие движения делаете. Very subtle energy. Very soft movement. Очень мягкие движения делаем. Okay, we picked up the large intestine meridian. Таким образом мы соединяемся Now the pericardium meridian. С меридианом. Теперь мы центр. Теперь перикард. Меридиан перикарда. Вначале and был меридиан the small intestine with a large. Толстый кишечник. А сейчас с маленьким пальчиком это меридиан тонкого кишечника. And draw the palms out. И руки вперед. Good. Shake out. Встряхнули. И садимся. How we doing? Поняли это? So that's the opening. Это называется открытие. Okay, right over left. А правый над левой. Place the thumb behind the thumb. А большой палец напротив большого пальца. This is called pulling the silk thread. Это называется толкание шелковой ткани. Это как раз находится напротив горлового центра, а горловой центр находится напротив точки C7. So you're gonna draw it in and draw it out. Мы должны тянуть вовне и толкать внутрь. You're gonna feel a string moving from in and out of your throat. Just listen. Mm-hmm. String inside and out. Pulling in and out. Мы толкаем и утягиваем. Толкаем внутрь туда и утягиваем. Now move up to the mid-eye. Теперь мы руки поднимаем до третьего глаза. Moving in and out. То же самое. Толкаем. Толкаем внутрь, вытягиваем. Толкаем, вытягиваем. Now we're gonna lower it. Separate the hands. Опять опускаем руки, разделяем руки. And the middle finger is at the heart center. И средние пальцы как раз находятся напротив сердечного центра. And the bridge and regulatory channels are down the nipple line. Большой канал большой чего? Канал, большой канал регулятор, он проходит как раз среди между сосков. You're gonna feel a point on the palm. К соскам идет. Move down the solar plexus. А мы опускаем это до солнечного сплетения и до пупка. Now right over left, form the chi ball. Сейчас правая рука над левой, формируем шар чи. Feel a little stronger? Чувствуете, как он сильнее? Чувствуете сильнее сейчас энергию? We're building up the energy. Потому что здесь больше энергии мы собираем. Okay, separate. Отделяем. Turn their left one over. Опускаем левую ладошку вниз. Now left over right. Теперь левая над правой. Thread the silk, throat center. Напротив горлового центра. Thumb behind thumb. Большой палец напротив большого пальца. Back and forth. Теперь на третьем глазом то же самое. Move it down, separate the hands. Опускаем ниже, отделяем руки. Connect at the heart center.
соединяемся с точкой сердечной, сердечной точкой. Solar plexus. Затем солнечное сплетение. And the navel. И пупок. Now left over right, form the chi ball. Левой над правой формируем шар чи. Now that completes. Turn the palm out. Right hand over. That completes the second formula. Таким образом завершается вторая формула. Okay. Shake out. Стряхнули. You're going to start to feel a little bit, but it's going to take some practice, believe me. Поначалу это может показаться немножко трудно, но в общем-то с практикой это просто. First, the mind's got to have the concept. Первое, ум должен получить концепцию, идею, как это делается. Then it knows what to look for. А потом уже он сам знает, как это делать. You're going to connect the wrist point. И мы теперь соединяем вот эти точка здесь и точка здесь. Вот эти точки мы соединяем. И нам нужно почувствовать это соединение. А теперь мы будем открывать функциональный канал. Кто знает? Right over left. Правая рука над левой. Tiger mouth. Делаем рот тигра. So you're gonna face the mouth of the tiger at the navel. Нам нужно таким образом поставить руку, чтобы вот эта точка в рте тигра смотрела на пупок. And you're gonna feel the connection with the navel point. И тогда таким образом мы почувствуем соединение с точкой. And we're gonna move up to the solar plexus, keep the other hand down. А затем мы двигаем вверх и чувствуем соединение с солнечным сплетением. Heart center. Затем с сердечным центром. Throat center. Горловым центром. Mid-eye. Третьим глазом. Always maintain contact palm to palm and each point. И каждый раз мы чувствуем соединение с двумя ладошками, когда мы поднимаем. Now work down to the throat center. Теперь опускаем опять до уровня горлового центра. Heart center. Сердечного центра. Solar plexus. Солнечного сплетения. Navel. Пупка. Now we're going to do a technique called double beaming. А теперь мы будем делать с вами технику, которая называется двойное жужжание. Right hand over left. Palm to palm. Правая рука над левой, ладонь в ладонь. And we're gonna move the palm. Жужжение, я не так сказала, это будет двойной луч идти, бим луч. Connecting to the navel and to the main man point. Значит, двойной луч, который пройдет через две руки, он пройдет через пупок и выйдет в точку мин-мэнь. Start to feel a little stronger energy. Вы должны почувствовать, что поток энергии из двух рук течет сильнее. Draw the index finger out. Обязательно указательные пальцы. Now moving up to solar plexus. Затем мы поднимаем это до солнечного сплетения. Heart center. До центра, сердечного центра. Connecting with the wing point. Через точку, сердечную точку, мы соединяемся с точкой между лопатками. Горловой центр. And the C7. С точкой C7 соединяемся. Mid-eye. Третий глаз. Base of the skull. С основанием черепа. Up on the crown. Над макушкой. To the perineum. И макушку соединяем с точкой промежности. Now down to the mid-eye. Опять возвращаемся в третий глаз. Base of the skull. Соединяемся с основанием черепа. Throat center. В горловой центр. C7. Точка C7. Heart center. Сердечный центр. Wing point. С точкой сзади, между лопатками. Solar plexus, солнечное сплетение, это точка Т11. Navel. Затем пупок. Мин-мэнь. Мин-мэнь, точка мин-мэнь. Now we're going to open our hands up and feel that chi ball. It's going to be really thick now. Мы открываем наши nice руки. Slow. И медленно и open начинаем ощущать шар чи между руками. You feel it? Чувствуете? Stronger? Чувствуете, сильнее чувствуете? Мы начинаем его растягивать. Feels like magic, doesn't it? Как по ощущениям? It's a strong feeling. Just play with the ball. Давайте поиграем с этим мячом.
Everybody feel that pretty good? Все чувствуют это хорошо. Okay, draw the palms up. Поднимаем, опускаем ладошки вниз. Now left over right. А теперь левая над правой. Wrist point. Точки запястья соединяем, да? Reverse. Обратно. Now left over right. We're going to open up the functioning channel, tiger mouth. А теперь левая над правой. Connecting palm to palm at the navel. Мы соединяемся на уровне пупка. Now moving up to the solar plexus. Поднимаемся от пупка к солнечному сплетению. Heart center. К сердечному центру. Throat center. К горловому центру. Make sure you maintain contact with the other palm. Все время ощущайте, что контакт с нижней ладошкой не теряется. Mid eye. Третий глаз. Now back down to the throat center. Назад, к горловой центр. Heart center. Сердечный центр. Solar plexus. Солнечное сплетение. Navel. Пупок. Now ready for the double beam. А теперь left мы с вами over right. Готовы к двойному лучу, левая над правой. Двойной луч. Palm to palm. Ладонь к ладони. Connect with the navel and the Ming Men point. Соединяется с пупком и точкой Ming Men. Solar plexus. Солнечное сплетение. T11. Точка T11. Heart center. Сердечный центр. Wing point. Точка между лопатками, она называется точка крылья. Throat center. Горловой центр. T11. No, C7. C7. Да. Точка C7. Mid eye. Третий глаз. Jade pillow. Соединяется с нефритовой подушкой. Макушка. Perineum. Соединяется с точкой промежности. Moving down to the mid eye. Спускаемся ниже в третий глаз. Jade pillow. Соединяемся с нефритовой подушкой. Это основание черепа, нефритовая подушка. Throat center, C7. Затем через горловой центр с точкой C7. Heart center. Сердечный центр. Wing point. Точка между лопатками. Solar plexus. Солнечное сплетение. T11. С точкой T11. And the navel. Пупок. Ming Men. Точка Ming Men. Now we're going to feel the chi ball. Теперь мы делаем чувствуем этот шар чи, он расширяется. Мы его сдвигаем и раздвигаем. Way out again. It's like a water balloon. Feel that big water balloon. Он чувствуется как такой водяной шар. Большой водяной шар. This is how a blind man sees red. We're retraining your palms. Это так, как слепые люди видят цвета. Мы просто начинаем тренировать ладони. You're starting to feel something you can't see. Мы начинаем чувствовать то, чего мы не видим. But you can sense it. Но у нас есть ощущение там. That's your aura. Это наша аура. Ain't life beautiful? Нравится вам это? Draw the palms down. Опускаем ладошки вниз. Formula 4. Итак, мы сейчас завершим формулу 4. Okay, guys. Тряхните ладошки. How we doing? Как дела? That's all the cosmic qigong. Okay. Let's just review the fourth one again. We'll do a little quicker. Повторим. All right, so we're going to draw right hand first. Сначала правая рука.
Down the inside of the left arm. Идет по внутренней части левой руки. Опускается. Right hand across the chest. Идет правая рука вокруг груди. Now we're gonna start with all the fingers. Draw Теперь the circle. Мы начинаем рисовать кружочки каждым пальцем. Both hands. Двумя руками сначала одной, потом другой. Going a little faster now. Now we're gonna push connection. Потом мы толкаем. The back of the hand. Потом тыльную сторону руки. Left hand back, and then. Ой. И внизу живота идем. Right hand across the abdominal and push И out. Потом толкаем. Now we're gonna move the left hand underneath the right. Теперь левая рука. Draw the right arm back down. Вокруг груди. Left hand across. Connect with the fingers into the palm. Соединяется, пальчик соединяется с ладошкой. And then push down, connecting with the right толкает, palm. Толкает. On the back, as it draws it back. По тыльной стороне идет. И left palm up to the shoulder, then across the abdominal. По вниз по плечу, вокруг and живота. Push out. И толкает. Draw one foot up. Connect palm to palm. Одна нога выставляется, ладонь к ладони. And then rotate, palm И таким palm. Образом мы вращаем. Twice. Два раза. Palm to palm. Ладонь к ладони. Switch the legs. Поменяли ноги. And back. Draw the legs out, hands out, then we do the fingers for the close. Теперь мы закрываем, да? Good. How are we doing? Как дела? Everybody got the idea? Four formulas. Поняли. Beginning and an end. Начало и конец. Okay, let's do the whole form. Good, let's try. Let's try the whole form. Давайте повторим. Take your hands out. Okay? We're going to go a little faster, but we'll pick it up, okay? All right, let's try the connecting with both palms. Сначала мы быстро это сейчас сделаем, повторим. Breathing into the mid-eye and the right palm. Дышим в третий глаз, открываем большой. Drawing in the golden cosmic energy. Уже так нет. Давайте уже все, да? Или переводить, потому что он так быстро говорит, я начинаю отставать. Переводить, да. Ладно. No, so not so loud, slow or the quick, because I can't follow you. Just do the best you can. Okay. Он говорит, делай как можешь. Все. When we're done tomorrow, I'll speak my English. Okay, let's connect with the left hand. Соединяемся с левой рукой. Open up the palm. Открываем ладонь левой руки. Draw on the blue, cool earth energy. Собираем левой рукой прохладную голубую энергию. In the soles of the feet and the palm. Собираем эту энергию ступнями ног. Keep your awareness in the lower tantian. И свое сознание держим в нижнем тантяне. Чувствуем энергию, как она вращается в нижнем тантяне. Turn the left palm over, connecting with the universal force. Поворачиваем левую руку, соединяемся с силой. Drawing in the Небо. The violet red energy. И тянем с неба яркий фиолетовый цвет. Into the crown and the left palm. Этот цвет идет в макушку нашу, в левую руку. Lower the right palm. Опускаем правую руку. Breathe in the universal forces in both palms. Вдыхаем в две ладошки силу неба. Turn the palms over, connect with the earth. Опускаем ладошки вниз, соединяемся с землей. Breathing in the cool blue earth energy through the soles of the feet and the palm. Вдыхаем голубую энергию земли через точку промежности, через ладошки. Let's open the meridians up, tiger mouth. Открываем рот тигра. Connecting with the large intestine at the hip point. Соединяемся с толстым кишечником, точкой на бедрах. Middle finger for the pericardium. С точкой перикарда, средний палец.
baby finger for the мизинец, мизинец, меридиан тонкого кишечника. Draw the palms down. Вперед руки ведем. Turn the palms over. Опускаем ладошки. That completes the beginning of the practice. Таким образом мы завершаем начало практики. Now the first formula. Первая формула. Grabbing the moon. Собирание луны. Right hand over left. Правая рука над левой. Stretch the fingers. Вытягиваем пальчики. Raise up the index finger. Поднимаем указательный палец. Connecting with the elbow point. Соединяемся. Relax. С точками локтей расслабляем. Stretch. Вытягиваем. Lower. Опускаем указательный палец. Relax. Расслабляем. Stretch. Вытягиваем пальчики. Raise. Поднимаем. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower. Пальчики, вытягиваем. Опускаем. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise. Поднимаем указательный палец. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower. Опускаем. Relax. Расслабляем. Form the chi ball right over left, tiger mouth. Правой над левой создаем шар чи. Palm the palm. Ладонь в ладонь. And separate the palm. И разделяем ладошки. Turn the left palm over. Левую ладошку опускаем. Left over right. Теперь левой над правой. Stretch. Напрягаем пальцы. Raise the index finger. Поднимаем указательный. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower the index finger. Опускаем указательный. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise the index finger. А поднимаем указательный палец. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower. Опускаем указательный палец. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise. Поднимаем. Relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower. Опускаем. And relax. И расслабляем. Form the chi ball, left over right. Формируем шар чи левый над правой. Tiger mouth, palm to palm. Ладошка к ладошке, рот тигра. And separate. И разделяем, разводим руки. Turn the right palm over as we complete the first Мы завершили, formula. Поворачиваем правую руку вниз. Завершили таким образом первую формулу. Second formula. Вторая формула. Bridge and regulatory channel. Канал большого регулятора. Right over left. Правая, thumb behind thumb. Левый. Палец большой напротив большого пальца. Throat center, C7. Тянем через горловой центр и точку C7. Writing is silk. Называется шелковая нить. Mid-eye. Средний глаз. Jade pillow. Соединяется шнефритовой подушкой. Moving back and forth. Движем движение вперед-назад, тянем нить. Now lowering down to the heart center, separate the hands. До сердечного центра доводим, разделяем руки. Connecting the center of the palm with the nipple line all the way down. Соединяет большие пальцы касаются точки сердечной точки. Solar plexus. Опускаем до navel. До солнечного сплетения, затем до пупка. Right palm over left, forming the chi ball. Правая рука над левой, формируем шар чи. Separate the hands, turn the left Разделяем руки. Now left over right. Левая рука вниз, затем левая рука над правой. At the throat center, C7. Горловой центр, точка C7. Threading it back and forth. Назад, вперед тянем. Mid-eye, jade pillow. Третий глаз и нефритовая подушка. Lowering the palms at the bridge and regulatory channels. Опять опускаем руки до сердечного центра. Heart center. Сердечный центр, средний палец. Solar plexus. Солнечное сплетение. Navel. Пупок. Left over right. Form the chi ball. Левой над правой формируем шар чи. Separate the hands, turn the right palm over. Разделяем руки. As we complete formula two. Правую руку кладем ладошку вниз, так мы завершаем формулу 2. Formula 3. Формула 3. Wrist right over left, wrist point. Правая над левой точки кисти. Turn the wrist over, connecting in the back wrist.
Перевернули ли, смотрим на ладошки. Gonna open up the functioning channel. Сейчас мы начинаем открывать функциональный канал. Right over left, tiger mouth. Правый над левый, рот тигра. Navel point. Точка пупка. Solar plexus. Солнечное сплетение. Keep the contact palm to palm. Чувствуете ладони, контакт. Heart center. Сердечный центр. Throat center. Горловой центр. Mid-eye. Третий глаз. Moving down. Опускаем вниз. Throat center. Рот. Горловой центр. Heart center. Сердечный центр. Solar plexus. Солнечное сплетение. Navel. Пупок. Now we're going to double beam. А теперь у нас будет двойной луч. Third part of formula three. Третья часть. Right over left. Palm to palm. Ладонь в ладонь. Двойной луч. Navel. На пупке. Min-man. С точкой Min-man соединяем. Solar plexus. Солнечное сплетение с точкой T11. Heart center T11. Сердечный центр с точкой Min. Throat center C7. C7, горловой центр. Mid-eye, jade pillow. Средний глаз, нефритовая подушка. Crown point, perineum. И точка макушки соединяется с точкой промежности. Mid-eye, jade pillow. Опять опускаемся, средний глаз, нефритовая подушка. Throat center. Горловой центр, C7. Heart center, wing point. Сердечный центр, это точка между лопатками. Solar plexus. Солнечное сплетение. T11. T11. Navel. Пупок. Min-man. Точка Min-man. Now, fourth part. Четвертый час. А мы же формируем просто. Feel it expand and squeeze. Формируем шар энергии и чувствуем, как мы можем растянуть энергию. Feel it push the palms out. Эта энергия нам как бы толкает наши руки в стороны и сжимаем энергию. Draw the palms out. Now left over right. А теперь левая над правой. Wrist over wrist. Reverse, connect with the wrist point. Соединяемся точками на в запястьях. Opening up the functioning channel, left открываем, over right. Открываем функциональный канал, левый над правой. Tiger mouth, palm to palm. Ладошка к ладошке, рот тигра. Navel. Пупок. Solar plexus. Солнечное сплетение. Heart center. Сердечный центр. Throat center. Горловой центр. Mid-eye. Третий глаз. Throat center. Опять горловой центр. Heart center. Сердечный центр. Solar plexus. Солнечное сплетение. Navel. Пупок. Double beam, left over right, palm to palm. Двойной луч, левой над правой, ладонь к ладони. Open the index finger. Открываем указательный палец. Navel, Min-man point. Пупок, Min-man. Solar plexus, T11. Солнечное сплечение с точки T11. Heart center. Сердечный центр. Точка между лопатками. Throat center, C7. Горло, точка C7. Mid-eye, jade pillow. Средний глаз, нефритовая подушка. Crown point, perineum. Точка макушки соединяется с точкой промежности. Mid-eye, jade pillow. Опять средний глаз, нефритовая подушка. Throat center, горловой центр, C7. Heart center, сердечный центр, wing point. Точка между лопатками. Solar plexus, солнечное сплетение. T11. Точка T11. Navel. Пупок. Min-man. Точка Min-man. Form the chi ball. Whoa, watch it. Вот теперь мы делаем еще разок шар чи. Squeezing the chi ball like a big water balloon. Мы растягиваем его, как большой-большой водяной шар. Play with the energy. Играем с энергией. Nice and slow. It's very subtle energy. Очень нежная энергия, мягко играем с ней. Okay, now we open up the palms, completing теперь formula мы открываем ладошки, завершаем формулу 3. Now for formula 4. Формула 4. Let's open up. Right hand into the left.
Ведем правую к левой. Поднимаем по внутренней стороне ладошки левой. Руки ведем, затем по груди. Потом идем. Index finger into the palm. И указательный палец в ладошку. Draw a circle. Или рисует круг, затем безымянный. Thumb. Затем большой. Baby finger. Мизинчик. Middle finger. Средний палец. Opposite hand, left index finger into the right palm. А теперь с левой рукой указательный в правую. Ring finger. Безымянный. Thumb. Большой. Baby finger. Маленький, мизинчик. Middle finger. Средний. Okay, draw the right palm down into the left. Опять правую руку тянем к левой, подводим. The back of the arm. И по тыльной стороне руки ведем. Draw the right palm up to the left shoulder. И вниз, через плечо, вниз по животу. Back and push out both palms. Назад уходит и две ладошки толкаем. Now draw the left palm into the right. А теперь левую ведем к правой. Raise up the right arm as the left palm goes underneath. Then lower the right arm and the left hand goes across the chest. Через грудь ведем. Right index finger, left palm. Теперь левой рукой делаем то же самое, что мы делали с правой рукой. Указательный пальчик. Ring finger. Безымянный. Thumb. Большой. Baby finger. Маленький. Middle finger. Средний пальчик. Now opposite hand, index finger. А теперь у правой руки указательный. Ring finger. Безымянный. Thumb. Большой. Baby finger. Маленький. Middle finger. Средний. And move it all the way down. И мы двигаем. And the back of the right hand, right arm. Draw it back. Draw the left hand up on the shoulder. И and вниз, across the abdominal. Через живот. And push и out. Толкаем. Now draw one of your feet up. Теперь нога одна вперед. Palm to palm around the chi belt. Рука к ладони, чувствуем связь. Navel ming men. Чувствуем связь точки пупка и минмэнь. Затем поворачиваемся, то же самое движение на руки. Открываем указательный пальцы. And back. И назад. Reverse the legs. Другая нога. And move the palms around the chi belt. И двигаем ладони, делаем такой пояс чи. Draw the feet up, hands out. И руки вперед. Do the close as we complete form и завершаем, four. Завершаем завершение. Делаем по мере того, как завершаем форму 4. Растягиваем. Lower the index finger. Опускаем and указательный, расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise up the index finger. Поднимаем указательный. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower the ring finger. Опускаем. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower the thumb or raise the index finger. Поднимаем указательный. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем пальцы. Lower the thumb. Опускаем большие пальцы. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise up the index finger. Поднимаем указательный. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower the baby finger. Опускаем мизинчик. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise up the index finger. Поднимаем указательный. And relax. Расслабляем. Stretch. Напрягаем. Lower the middle finger. Опускаем средний палец. And relax. И расслабляем. Stretch. Напрягаем. Raise up the index finger. Поднимаем указательный. And relax. Расслабляем. Breathe in. Вдох. Первый один. Again. Второй. Gather some saliva. Набираем слюну. Swallow. And exhale. И выдыхаем. Gather the energy at the navel. Собираем энергию в пупке. 36 times outwardly.
36 раз можете про себя считать. Clockwise for the men, counterclockwise for the women. По часовой стрелке для мужчин, против для женщин. Not exceeding the pubic bone or diaphragm. Не делайте больших кругов. Gathering energy on the surface of the abdominal outwardly. Собирайте энергию внутри живота. Then reverse 24 times. В обратную сторону 24 раза по часовой стрелке для женщин против для мужчин. And use your mind or your palm. Чувствуете, вы можете использовать либо ум, то есть делать через ум, или ладошками делаете. Collecting the energy at the navel. Таким образом мы собираем энергию в пупке, пакуем ее там. You done? Check out. Когда вы закончите, встряхните руками. Oh, you did it. Yeah, I told you it was easy. Я говорил вам, что это не трудно. Let's hear it for the translator. Hey!